объект наш. Пойдем домой. Да. Можно к стенду пройти. Да, пойдем, конечно. Да. Прибрежные или убережные стаканы. Протяженность мостовой части порядка километра. Сооружение на сегодняшний день ведется полным ходом. За вот эти два с небольшим года нами успели мы сделать полностью фундаменты практически на всем протяжении моста. Сооружена большая часть опор. Сейчас трудимся над сборкой пролетного строения, вот если туда посмотрите, и дальше сооружаем опоры на рослевой части левобережной эстакады. На сегодняшний день строительно-монтажных работ контрактом предусмотрено 4,9 миллиарда рублей, нами освоено почти 2, ну без 2 миллионов. Ну, как обычно принято жаловаться, ну не жаловаться, а говорить с просьбой о помощи, нами сегодня вложено в объект под 800 миллионов рублей оборотных средств и заемных. Мы продолжаем работать в рамках контракта, сроки на сегодняшний день остаются. Вот. Хотел бы продолжить такую стабильную работу. А срок завершения у вас какой? Срок завершения по контракту 15-й год, мы готовы сократиться. То есть если будет финансирование, вы ускоритесь? Да. Опоры на канале все сделаны? Фундаменты все сделаны, опора сейчас у нас одна в стадии завершения. Вот. Ну, думаю, что к концу года мы ее закончим. Да, то есть до зимнего периода, да? Да, но он нам не помеха, тут небольшие технические трудности с судоходностью. Мы сейчас перекрываем одну половину канала, при этом навигация остается, и суда идут. Освобождаем, пока вторую половину освобождаем. Ну, с капитаном нормально? Сейчас же мы как раз организовали... Да, ну нет, у нас проблем таких особых нет. Мы согласовываем наши действия с бассейновым управлением, перекрываем один пролет, да, то есть проблем таких серьезных пока нет. Хорошо, а подходы к мосту? Подходы к мосту небольшие, они в рамках городских условий, вот с той стороны города, это у нас левый берег, там порядка 500 метров подход, он в подпорной стенке для того, чтобы не развивать территорию, не занимать городскую площадку. По правобережной эстакаде там тоже подход небольшой. Они вот, ну, в силу города, чтобы вместе... Подходы кто финансирует? Муниципалитет, субъект? Это комплекс у нас. Вместе с подходами, вот целым объект, вот он... Все втроем. Он весит, да, все с затратами заказчика где-то порядка... Как я говорю, в одной лодке. 5,2 миллиарда рублей. Из них вот наших работ строительно-монтажных 4,9. Хорошо, сколько народу сейчас на площадке? Ну, на сегодняшний день здесь задействовано 250 человек. Ну, вот. То есть так, средненький темп. Ну, темп в рамках контракта. Соответствует финансированию по погоде. Соответствует финансированию. Да. Да. Нет, мы готовы усилиться, тут проблемы, ресурсы есть. Это важно, я услышал. Мы готовы раньше срока увеличить. Площадочку подготовили. Наш один из по инженерным сооружениям серьезных подрядчиков Большого Волга. Если интересно, можем там площадочку посмотреть на русловую часть. Ну пойдемте посмотрим. Каски берем? Коллеги, да, если не возражаете, по требованиям техники безопасности, пожалуйста, каски берем. Смотрите, дисциплинируем. В этом году предполагаем первую надвижку полетного строения. Обопремся вот на следующую опору, которая вот сейчас на берегу находится. И предполагаем завершить сооружение опор. С той стороны на правобережный эстакад, там балки по 33 метра. Ну вот сейчас ведем монтаж первых пролетов, первые монтировали следующий. То есть здесь не только вот то, что вы видите, там еще понятно. Ну, даже то, что я вижу здесь, хотя и там перспективы прослеживаются, я могу сказать, помимо впечатления, что точка невозврата здесь происходит, конечно, надо этот проект и объект строительный зажимать совместными усилиями. Поэтому я только, так сказать, укрепился в том мнении, что это действительно является одним из приоритетов в области дорожного строительства, мостостроения в нашей стране в целом. И, конечно, я еще раз буду акцентировать внимание то, чтобы этот проект был введен. Вижу профессионализм подрядчика, тут у меня сомнений не вызывает, я и по другим объектам знакомств нашей компании, конечно. И то, что вы выразили готовность опережающими темпами, совершенно очевидно, что этот мост нужен не только, так сказать, Лакова, он будет интегрирован в сеть и федеральных дорог нашей страны, естественно, дорожную сеть Саратовской области. Конечно, без него ни городу нельзя развиться, ни обеспечить нормальную связь между левым и правым берегом Волги на данном участке. Так что
будем совместными усилиями дожимать этот проект. Спасибо. Желаю вам и успехов, и, так сказать, соответствующего качества и сроков строительства соблюдения. Спасибо большое. У Балаковцев, может, вопрос какой есть? Можно уделить внимание. Давай задайте, там вам скажете, что вот не успею. Да, вы впервые на площадке. Вы впервые на этой площадке сегодня посмотрели этот объект. Он действительно очень важен для города Балаково. Вот первое впечатление ваше, да? Вот вы сказали про точку невозврата. А что, могли вернуться к нулю? Нет, ну, дело все в том, что, конечно, на все объекты, которые запланированы для развития дорожной сети страны, на все сегодня денег не хватает. Но денег не хватает в любой системе. И поэтому сейчас и Министерство транспорта Российской Федерации, и субъекты, и правительство в целом, оно ищет приоритеты, которые необходимы для такого точечного завершающего финансирования и ввода объектов в эксплуатацию. Я считаю, что Балаковский мост является одним из таких приоритетов на всей территории нашей страны, России, как я сказал, может быть, даже одним из первоочередных приоритетов для того, чтобы финансировать его опережающими темпами, можно скорее ввести в эксплуатацию. Потому что чем дольше мы растягиваем стройку, тем дороже она обходится всем уровням бюджетов и субъекту, и федерации. Ну и понятно, что вызывает соответствующее неудовольствие, иногда даже раздражение, невозможность скорее завершить этот объект. А этот объект сегодня, как я уже сказал, прошел в ту точку невозврата, когда можно думать о том, что его надо растянуть или как-то удлинить финансирование во времени. Здесь совершенно очевидно и профессионализм подрядчика, его решимость, приоритеты со стороны правительства, администрации Саратовской области, губернатора. И, конечно, эта точка зрения будет доведена до правительства Российской Федерации. И я надеюсь, что идея скорейшего завершения строительства этого моста будет поддержана всеми федеральными структурами. А можете, Василий, что-нибудь сказать по именно финансированию, по средствам, которые будут в этом году выделены? Могу. Скажите. Я бы, конечно, хотел бы сказать, что да, мы сейчас вложились и создали, так сказать, необходимый базис, кошелек, пул финансирования этого проекта. Но как раз вот сейчас, в момент нашего визита, идет завершающая стадия согласования бюджета, работы бюджетной комиссии. И, конечно, ее итоги, как раз тот бюджет, который будет представлен непосредственно в Государственную Думу, они будут отражать результаты этой работы. Поэтому я думаю, что надо немножко подождать, но в любом случае, как я уже сказал, завершение этого объекта является одним из приоритетов деятельности Министерства транспорта и его дорожной отрасли. Вы сказали про бюджет следующего года, а я имел в виду этот. Ну, вы же знаете, Балаковцы какие, да? Что, да. Да тошные. Хотим, чтобы быстрее. Не только нам до цикла сказать. Нет, но бюджет этого года, он уже сверх исполняется. И здесь, я думаю, что, конечно, желание есть, но лучше, так сказать, повзаимодействовать с подрядчиком. Если он увидит, что в бюджете, а это главный финансовый документ страны, принимаемым законом следующего года, отражены определенные инвестиции, зарезервированы финансы на этот объект, то я думаю, уже можно конструктивно поговорить и вместе с руководством области, и я думаю, что подрядчик пойдет навстречу для того, чтобы, видя впереди эту морковку, в виде средств федерального бюджета, да, ускорить свой бег и работы на строительстве этого объекта. А вы специально в Балаково приехали, чтобы посмотреть мост? Или еще как-то? Честно? Специально. Жителей города еще беспокоит один вопрос. Хватит ли денег на вторую очередь моста? То есть будет ли мост дотянут только до другого берега или все-таки хватит денег, чтобы построить дорогу? Ну, до другого-то берега-то хватит. А вот хватило старайте бы на первое. Давайте мы будем слона есть по частям. Я, конечно, рад с вами делиться перспективами и могу рассказать о стратегии развития транспортного комплекса вплоть до 30-го года. Это задача министра. Но все-таки мы нацелены вместе с губернатором, мы с Валерием Васильевичем не раз уже, так сказать, затрагивали эту тему, мы нацелены на конкретные результаты, причем вот в обозримой перспективе. Вот для меня сейчас, принципиально, как для министра, важно дожать этот проект и сделать этот мост. Вот когда мы сделаем в первую очередь, мы дадим хоть городу нормально вздохнуть, тогда уже можно будет говорить о развитии. А вы в Балаково прилетели или на транспорте доехали по дороге?
какой-то провокационный вопрос. А вот так Балакова, не так и живут. Просто интересно, узнали вы как бы... Я в следующий раз приду к вам на Вайпо воде. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.